7 комерційних предприятий зареєстровано у Климовському районі з початку года. 2 з них з заміжним капіталом. Один з інвесторів планує розводити у районі буйволом, а продукцію з молока живіл продавати у Росії. Прямі інвестиції складають коля 40 мільйонів євро. Так само у Климовському районі з'явиться витворчість сухих будівничих сумісів. Їх будуть експортувати на ринок Казахстана. Кошт проєкту 50 мільйонів євро. У той же час існуючі витворчості протягують розвиватися, поліпшати якість і асортимент продукції. Древопрацовчае прыватнае прадпрыемства «Онікс» працуе ў Клімавіцкім раёне 15 гадоў. У 2013-м тут істотна аднавілі матэрыяльна-тэхнічную базу. На той час на мадэрнізацію накіравалі больш за мільярд рублёў. Гэта дазволіла прадпрыемству заключыць прамы экспартны дагавор на пастаўку круглага леса. Мы пілім, сушым, страгаем, ну і получаем, так сказаць, большую дабавленую стоімасць, прадаём. Заготовки свои на экспорт под 300-395 евро. Спрос есть постоянный и большой. Продаем на Европу, на настоящий момент продаем на Румынию. Платят хорошо румыны, работаем по 100% предоплате. Одразу после переоснащения працевали только как заховать коллектив. С тягом часу отшукали клиентов. Летость валютной выручки амаль не было, зато у липени на предприемстве планируют заработать 40 тысяч евро. У Бельгию, Германию, Голландию продают навод дровы, что с неликвидной бярозы, по 70 евро за контейнер. Оживился у них рынок экспорта в этом году. К уровню прошлого года вот в 6 раз они увеличили свои экспортные поставки. 22 работающих на сегодняшний день на предприятии, но в связи с тем, что возросли потребности их продукции, нашли сегодня рынки сбыта, вот еще 7 человек с июля месяца принимают на работу. Работается очень хорошо, мне работа моя нравится, зарплата выплачивают, отпускные, больничные, все как положено. Вытворчасць працуе на полную моц. Каля 2000 евро прадпрыемства затрачвае на электрычнасць. Каб мінімізаваць затраты, вырашылі карыстацца альтэрнатыўнай энергіі сонца і ветру. 30 тысяч евро плануюць патраціць на абсталяванне, ветрогенератары і сонечныя панелі, якое акупіцца за 2,5 гады. Алена Салаўёва, Александр Тарасаў, навіны рэгіён.